Привет. Иду на полярную, в магазин. Клиент заказал. Купить надо крепление для сноуборда и отправить ему. Двигаюсь пешочком. 2 километра по таким тропкам. Вот осталось где-то 200 метров. Гора тут бежит. Сейчас получается туда дальше поворот налево, где-то тут магазин. Вот пришел. Магазин называется. Вот так. Вау, шинами торгует вообще тут. Забрал, несу до СДЭКа, отправить в Благовещенск. Красота сибирская. Стая какая бегает с псин. Сожрут и не подавятся. У нас уже скоро закат, пятница. Шагаю до СДЭКа. Дарочки с Байкала. У нас же в Ново-Ленина остановку под станцию убрали, где она была, в другое место перенесли. Подальше, где Филатовский. А остановку, которая с подстанции, вот она, подстанция, Жилкину поставили. Все отправили до Благовещенска. По килограммам 3900 было, и по деньгам вышло 2036, доставка с деком. Заказывайте услуги курьера в Иркутске, Ангарске, Шелихово.